Добрый день, уважаемые друзья, жители нашего города и гости города. Хотелось бы немного сегодня поговорить о нашей проблеме, это коронавирус. В нашей стране уже зафиксировано 55 случаев и идет распространение. В нашем городе пока коронавируса нет, надеемся, что не будет. Но для этого нужно применять какие-то меры. Относитесь как можно серьезнее к данной проблеме. Все вы знаете, как начиналась эпидемия в Китае и в Италии. Никто серьезно не относился к этому, и это очень быстро и сильно начало разрастаться. Находясь дома, будьте изолированными, чтобы этот вирус не распространялся. Старайтесь не выходить из дома в эти праздничные дни, не посещать подобные торговые центры и развлекательные заведения. Посещая такие места, вы подвигаете заражению риска. Надеюсь, что мои слова помогут вам не заразиться коронавирусом. Находитесь дома –